Это сейчас спортсменки Арина Войтикова и Валерия Исакова слаженно играют в паре. Задачи, поставленные тренером, выполняют хладнокровно. А в финале первенства Московской области эмоции зашкаливали. Сражались друг с другом. Это было довольно-таки тяжело играть против своей напарницы, против своей подруги. Ну вот, чисто морально было тяжело играть. Ну и физически тоже нелегко было. Валерия Исакова в копилке спортивных достижений имеет более 50 медалей. Призер всероссийских соревнований и различных первенств. На турнире в Раменском заняла второе место. Проигрывать подруги, конечно, обидно, но и ну, не только подруги. Когда игра идет, то вне зависимости, это твой друг или подруга, то ты должен играть, ну, как умеешь и стараться. Воспитанницы тренера Андрея Шмарина обошли более 80 сильнейших спортсменок из разных регионов России. Каждая боролась за право представлять свой регион уже на национальных соревнованиях. Это все-таки был важный отбор, да, поэтому мы к нему тоже готовились. Поэтому это отбор не только на первенство России, потому что сейчас правила стали строгие, и только призеры попадают на первенство России. Но нам надо было еще, естественно, попасть в команду Московской области, потому что у нас, я думаю, сильнейшая команда Московской области. Предыдущий год назад первенство России, Московская область в команде выиграла первое место. Давай еще сразу на срезку, еще одну срезку. Здесь шаг, выбиваем, хорошо. Опять стоишь, смотришь. Ко всем стартам готовятся на пределе своих возможностей. По словам Андрея Шмарина, дисциплина на первом месте. 6 тренировок в неделю, ОФП, тренажерный зал. И это далеко не все. Смотрим, как играет топ-10 мировых звезд. Очень много разбираем. У нас азиаты лидируют, много разбираем корейских игроков, индонезийских игроков, всех чемпионов мира и олимпийских чемпионов. Тренер говорит, бадминтон вышел на пик своего развития. Сейчас идут соревнования за счет совершенствования ракеток, валанов и струн. Но одинцовским спортсменам есть что предложить, и грядущая спартакиада станет хорошей возможностью это доказать. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».